Татьяна, здравствуйте. Мы сегодня у вас в гостях не первый раз, но, наверное, важно будет сказать, что мы сейчас с вами встречаемся в доме, где жил Геннадий Арбатский. Дом, который находится на улице Богдана Хмельницкого, на нашей любимой Богданке, где провел свою жизнь и связана его творческая судьба с этой улицей. И самое главное, что в этом году мы отмечаем 70 лет этой улицы, наименование улицы. И, конечно, вспоминая или гуляя по улице, невозможно не вспомнить Геннадия Арбатского. Его с нами сейчас нет, но это, наверное, все-таки условность, потому что его творчество с нами, и не воспринимается человек как ушедший, а он как будто бы с нами в своем творчестве. Поэтому мы сегодня с вами встречаемся для того, чтобы провести такую экскурсию по улице, которую создал художник Геннадий Арбатский. Не улицу, он ее, да, образ, да. Ну, кто здесь бывает, конечно, в первую очередь обращает внимание на то, что сосредоточено очень много скульптур, тумбы, скульптуры, дворы, и все на одной улице. А произошло это потому, что Геннадий родился на этой улице в 1953 году и прожил почти всю жизнь здесь. Да не почти, а все практически, все 70, в смысле 60 лет, 61 год он прожил. Вот. Он архитектор по образованию, закончил Сибстрин, архитектурный факультет, и работал и в проектном институте, и был главным архитектором Калининского района. А потом так сложилось, он встретился с человеком, который был тоже неравнодушен к Богданке и занимался благоустройством Богданки, а Геннадий как бы решил все это архитектурно. И вот встретились два человека, ну, которые оказались нужны друг другу. С одной стороны, это вот Игорь Евгеньевич Барташевич, он на тот момент был директором ЖКУ НЗХК. И Геннадий, он был в то время главным архитектором Калининского района. Вот, и Барташевич предложил ему создать мастерскую, набрать людей, тех, кого он хочет, команду. Дал помещение, оборудование. И все сложилось. Первая работа, которая случилась, это Гулливер. Двор. Да, двор Гулливер. Это 82-83 год. Это больше 40 лет, получается, назад. Первая самая работа. Потом следующий двор Алиса, и потом а столбы у магазинов, потом тумбы. Ну, как-то все это за 10 лет, с 82 по 92 год, за 10 лет появились все эти объекты и дворы. И вот уже 40 лет они радуют жителей Богданки, и не только, я думаю, жителей города и из других городов, кто приезжает, тоже обращают на это внимание. Вот. Геннадию часто задавали вопрос, почему он делал все на улице. Ну, есть еще объекты по городу, единичные. Но почему на улице? Он отвечал, потому что родился на этой улице, жил здесь, любил ее, и востребовано все это было на этой улице. Весь ответ. То есть оставил такой вот он след, как шутят, наследил на улице. Вот состав мастерской. Три человека остались, три человека уже ушли из жизни. Вот стоят у макета они, это, кстати, заводская газета приезжала снимать, потому что постановочное фото, естественно. Так художники никогда себя не ведут, и их долго тут ставили. Макет как раз Гулливера, дом, во дворе которого этот, площадка сделана, и то есть полностью в масштабе, в макете показано, как это будет выглядеть. Вот, и под этот макет уже выделялись материалы для работ на земле, рабочие с цехов завода. Ну, там объявляли, они сами... Да-да-да. Назвать состав. А, состав. Значит, Геннадий Арбатский, директор, создатель мастерской. Рядом Затеев Александр. Он был главным художником здесь ДК Горького и сотрудничал с мастерской. Владимир Матуль. Он под Москвой где-то живет. Василий Нефедов в Америке живет. Анатолий Пономарев, он на Алтае. И Сергей Аксенов. Он, к сожалению, уже 30 лет, как его нет с нами. Так что вот самый золотой состав
всем этим составом были сделаны все работы. И плюс еще был инженер, его здесь на фотографии нет. Это все архитекторы и художники, а инженер-конструктор Михаил Курлов, который жив-здоров и живет на нашей улице недалеко отсюда. Татьяна, да. Ну и получается, случилось, да, потом такая долгая была, ну, подготовка тщательная, да, 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 как прошло открытие. Да, и вот, да, с открытия тут и школьники, и народ, и фонтан работал. Вот, например, где сейчас там клумба, а тут был фонтан, который работал. Ну, может быть, он вот один сезон, может быть, два. Я вот сейчас не могу вспомнить, потому что очень много лет прошло. Но потом это нужно было обслуживать и поддерживать. Ну, а когда уже там перестройка началась, естественно, уже никому это не было нужно, и там клумба А вот на цветных фотографиях там есть кадры как раз тоже с Гулливера, где цветные... А, карандаши, которых карандаши не осталось, да-да-да. Да, то есть они вот не сейчас сохранились. Ну, они, кстати, очень долго так выглядели, много лет, потому что как бы и краски стойкие были. Ну, а потом дерево, конечно, от воды, от дождей стало разрушаться. Ну, если представляете, тут же все зафиксировано, что вот 82-83 год, это 40 лет. Ну, они 20 лет первые точно простояли. А потом, конечно, разрушились. А почему Гулливер, Татьяна? Ну, Гулливер, ну, как бы образ Гулливера, ну, книжка про Гулливера, так, дети же любят. Да, да. А Гулливер, там самого-то Гулливера нет, только его вещи. А не была это любимая книга в детстве, может быть, нет? Да, ну и «Алиса», и «Гулливер», не знаю, все мы в детстве читали, нравилось нам. Не знаю, вот что-то как-то ему придумалось, он же любил придумывать, как бы, не то что впрямую, вот, вот так и все. «Гулливер», естественно, а где «Гулливер»-то? Ну как, да, где? Да, да, да. Нету «Гулливера», только его вещи. Вот, от карандашей остался один столбик, а, два. Ой, карандаш, да, один еще остался. Вот, я говорю, вандализм. Видите, что сделали? Да, вот ту композицию, да, из кубиков, которая здесь была. Все свалили и поставили вот это вот. А это, да, наверное, какое-то... Это таблетки. Таблетки? Стульчики таблетки. Вот видите тоже, то, что дерево разрушилось. Название было таблетки. А еще такой барельеф получился на... Да. Пойдемте попробуем разгадать, что там. Ну, он оставил все и уплыл. Там-то в Алисе эти циферки, падающие из часов. Да. А здесь вот 83-й год. 82-й год начало и 83-й завершение. Вот бетон, где не доходит техника, все живет вот 40 лет. При бережном отношении. Да. Да. Да? 83-й. Ну, вот, получается, двор Алисы не огражден, а здесь жители сделали ограждение у двора. То есть что-то сохраняется. Ну, здесь другое отношение. Единственное, вот это меня поражает. Я не знаю, кто это так то есть, понимаешь, решил. Что это... Да. Почему здесь? Ну, и два карандаша всего осталось. И то уже все. Ну, это уже жители, получается, подкрашивают. Ну, наверное, свой, да, да, какой-то. Да, и тут все уже, конечно. А это как бы стульчики и таблетки. Тоже основание сохранилось, а дерево сгнило. Вот вы черно-белые фотографии снимали с фонтаном? Вот он из центра здесь бил. Деревья понаросли. Да. Это буквы. Слушайте, я даже не видела, я не заходила во двор. Ну, это север, юг, восток, запад. Ага. А я думала, буква В, Гулливер, думала, зашифрована. Нет, нет, ну, как компас. Бы часы. Часы, компас, да. Часы. На панелях-то, на этих, там же цифры с одной стороны, а с другой вещи Гулливера оставленные им. Ну, только покраска тоже не родная, это уже самодеятельность. Вот тут буква Гулливер написана. Знак такой. Там просто Гулливер, а тут... И значит, год зашифрован. Да, и год, 83. Не было какого-то пояснения, объяснения? Ну, он же вот делал макет общей, да, улицы, да, где, да, обозначил, да, места. И как бы Алиса и Гулливер
почему с Гулливера начали. Видимо, и там, то ли поговорили, то ли... Ну, какое-то решение было совместное. Да, совместное. А почему именно с крупного объекта? Потому что, чтобы значимо было сразу. Чтобы было понятно. Не одну там эту, поставить эту скульптурку на колонне. А вот прям, чтобы конкретно был первый. То есть, первый. По сути, когда они продумывали макет Гулливера, уже, в принципе, где-то вот место, это... Да. Нет, зеркальный макет, идея, точнее, Алисы, она да, уже да, была. Да, было уже обозначено место. Здесь игровой комплекс детский большой, в том дворе большой. Ну, название, может, еще и не было. Просто понимание, что места. Что, да, 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 да. Он же вот на этом макете все обозначил, там не было детально про это самое, а были указаны места и как бы обозначено название, что вот тут декоративная тумба, а вот тут как бы игровой комплекс, там тематический игровой комплекс, например, так было написано. И по улице, то есть тумбы со скульптурами здесь, там знаки у магазинов, то есть все было расписано. И поэтому вот Барташевич-то и... Да, вот я только хотела об этом сказать, да, что да, и благодаря да. этому союзу да, сразу да, было понимание, да. что это нужно делать. Он же никаких... макет-то увидел, еще не был знаком. Никаких препятствий, да, никаких, да. А только наоборот... Да. Ну, это мечта для художника, да, чтобы найти единомышленника, в руках которого собраны все эти разрешительные, материальные, все на свете истории, а ты как художник творишь. Так, ну, давайте тогда расскажем про любовь и выбор, точнее, вот этого интересного материала, бетон. А, ну да, когда с Гулливера же все началось. Но там и дерево, и бетон. Но центральная часть, вот фонтан и пилоны с цифрами, это как часы. То есть объект назывался часы. И вот эти бетонные плиты, когда стали ставить, и внутри, и все жители задавались, ну как, детская площадка, бетон, на что Геннадий всем всегда говорил. Бетон и металл – это вандалоустойчивые материалы. Они будут стоять веками. Ну и... Конечно же, так и получилось. Бетон, ну, правда, бетон, дети, естественно, с ним ничего не сделают, и люди не могут ничего сделать. А вот техника наша снегоуборочная, она за зиму, конечно, эти вот сворачивает бетонные кубики, которые вдоль улицы есть, и у них у всех обломаны эти углы. То есть все равно достают это дело. Потому что под снегом они не видят, и каждый раз новые, видимо, работники. Это, в принципе, это работу проводить нужно с ними. Ну, с каждым же не проведешь. Ну, вот сейчас там у нас новостройка идет, строят комплекс новый жилой. И там как раз три фигуры стоят. Ну, они стоят за, в смысле, на территории улицы, а забор за ними. И сначала, конечно, когда стали огораживать, и все забеспокоились, что снесут скульптуры. Ну, оказалось, естественно, там большая шумиха поднялась, там до Анны Терешковой дошло, и комиссию создавали, и там перенести их хотели. Ну, а потом, когда выяснили, что это все-таки муниципальная земля, на которой они стоят, и этот владелец этого участка не может ничего сделать, и как бы... Потом они стали предлагать, сначала-то хотели как бы брать, а потом стали предлагать, когда мы все построим, сделаем благоустройство, и они у нас будут на нашем участке украшением. На что Юфирев им сказал, главный архитектор нашего Калининского района, что вроде как вы там благоустроите свое, а это оставьте в покое, да. На фоне этого дурацкого забора они теперь... Ну, а что означает... У каждого музыканта получается инструмент, да? Ну да, ну образы обобщенные. Там скрипка, там аккордеон или гармония и труба. Группа музыканты, они же напротив отдыха. Тут же отдых, фасад отдыха был. Да, отдых там, всегда были музыканты. Так что, а теперь непонятно, что... Ну, вообще хочется, чтобы сохранилось. И, ну, я надеюсь, вот, поскольку они все из бетона. И даже на этом месте, потому что ну, да. есть разговоры, чтобы их для сохранения нет, перенести. Нет, это были разговоры поначалу, когда еще не было стройки. Но никто же не предполагает, что это очень сложная история, потому что там же фундамент, а он на 2 метра глубиной, как минимум. Как же демонтаж сделать, это целая работа. Все-таки это украшение найти. Улицы. Конечно, да, никому, никому и никуда. Когда работала Красная Горка, когда мастерская была в таком дружественных отношениях с НЗХК, они еще занимались украшением, тематическим украшением, праздником. Да-да-да.
это тоже такой уникальный случай. Сквер на 25 лет октября, он имеет две зоны, на этой стороне улицы и на той стороне улицы. На той стороне улицы там памятник солдату, воину. И к 40-летию Победы, 85-й год, да, к 40-летию Победы мастерской заказали сделать праздничное оформление в этом сквере. Ну, как бы временное праздничное оформление. Но Геннадий, он такой обстоятельный человек, он сделал так, что это стоит до сих пор, это временное. То есть он сделал ордена, там Орден Победы, и все ордена, которые военные, они на конструкциях из металла и с покраской, сами ордена из пенопласта и эпоксидкой покрыты. Вот 40 лет они стоят, и убирать их не стали, когда прошло празднование. Геннадий говорит, ну давайте демонтировать, увезем, это же только к празднику было. На что сказали, ну пусть еще постоит. Ну жалко разбирать. Вот стоит 40 лет. А уже. Где-то на черно-белых фотографиях был пример новогоднего оформления. Да, тоже есть. Как 80, раз, и мастерская немного видна как раз. 82-й год. Это был Новый год. 83-й. С 82-го на 83-й напротив космоса, где сейчас ярмарки проходят. Вот. А делалось все это в мастерской, тоже вот видно масштаб, можно посмотреть. Там интересный, тоже, да, первый раз тоже он применил, придумал, что не снежные фигуры, что, говорит, все художники мерзнут на морозе и делают ледяные снежные скульптуры. Мы, говорит, сделаем все в тепле в мастерской из пенопласта. И вот тоже первые открыватели, и они сделали все фигуры из пенопласта, а там смонтировали все. А никто даже и подумать не мог, что это из пенопласта. Даже вот видно процесс, как в мастерской делают. Потом уже надо. Угу. Так, хорошо. Ну, тогда у меня еще, ну, давайте тогда несколько примеров о том, что каждая фигура, которая стояла либо на тумбе, либо на столе, да, тематически. Да, все спрашивают, вот почему там колос, почему ворона. Да потому что в советские времена там были магазины, и они не менялись, сколько бы времени ни проходило. И, допустим, где ворона, там был всю жизнь у нас известный молочный магазин. Молоко назывался. Вот, и там ворона с сыром. Потом, значит, единственное, что сохранилось, это айболит у аптеки. Вот, единственная аптека, которая меняла, может быть, наименование, там принадлежность, но там всегда была аптека. Там вот доктор Айболит. Потом, где колос, это был хлебный магазин, очень известный на Богданке всегда. Вот. Потом кот в сапогах, сапоги и шляпа и хвост. Ну, скульптура называлась «Кот в сапогах». Там был всегда обувной магазин. Потом клубок и спицы, там был всегда трикотаж. И за поворотом яблоко, там был всегда овощной. Ну, вот так что самое любимое, где стоит поэт. А поэт – это книжный магазин. Это 25 лет октября, книжный магазин был шикарнейший. Из города в него ездили, он занимал почти там весь первый этаж, выходящий на Богданку, и на 25 лет октября угловой такой был магазин. Потом здесь тумба, которая на углу дома этого, где мы находимся, это Орликин, а с той стороны музыкант у библиотеки. Это посвящено как бы культурному объекту ДК Горького. Вот. То есть он предназначен для того, чтобы размещали афиши о событиях. Да. А вот цветы, ну музыканты, да, цветы, композиция, где сейчас ВТБ, там всегда был магазин цветы. Поэтому, композиция цветы. Да. То есть все это было стабильно и нерушимо при Советском Союзе. Никак не могло поменяться. Я говорю, единственное, что осталось, это вот аптека. Остальное все поменялось, но объекты-то остались. Ну, они как декор на столбах. Ну, вот получается, мы сейчас его видим без шляпки. А шляпка была. Сейчас. Да, ну так вот, крепеж остался. И шляпка как раз была. Реклама безобразная, конечно. Но издалека уже смотришь на нее, как на такую, знаете, ну, мозаику какую-то. Да, фоном. Она тоже какой-то уже теперь создает антураж. А вот эти элементы, которые... Да, это тоже вот, все. Это вот все как раз кубики, они их называли, эти элементы. Их тоже без конца сворачивают, вот даже тут видно. Хотя они были на раствор посажены. Это трактора сворачивают, а потом подправляют.
Ну, да. Кубики крупные там вот, по той стороне. Те, которые улицы. Изогнуты, да, да. Вот, видите, какое безобразие. Все такие снесены, и мусор, и все. По сути, как конструктор, да, в принципе, ну, они были, ну, задуманы. Да. Они несколько вариаций у них, у этих кубиков. И ведь на растворе были посажены, я говорю, техника свернула. И тем не менее, все, да, тем не менее. Ну, иногда кто-то их поднимает. Они очень тяжелые, их даже вдвоем, втроем тяжело поднять. Только техника может сдвинуть. Да. Та самая знаменитая ворона с цепочкой. Классная. Красивая. Сейчас как раз все видно хорошо. Да. Ну, тут у них была эпопея тоже года 3 назад. Они столбики красили. И взяли яйцо, покрасили. Оно бетонное же было, как бы, оно натуральное. Столбики-то ладно, они желтые и были, да. А тут хотели как лучше, как бы, белый. Ну, ничего, оно все равно дождиком смывается. Тоже облез уже, вот это покрытие облезло. То есть, если бы он первоначально был из меди, он был... Он был медный, он... Позеленел бы. Да, он, у него благородный был бы оттенок. Такая патина какая-то появилась. А тут... Сколько? Прошло 20 лет, и вот... Ну, в принципе, их же можно немного реставрировать. Ну, выдержал бы металл. Это демонтировать, зачищать и снова как бы делать это полимерное покрытие. Это на завод мы отдавали, на полимерное. То есть так вот, не снимая со столба, это не получится? Ну, если делать, то... Это если только покраску сверху какую-то на металл. Такую покраску, которая тоже облезет спустя время. Ну и аптека такое сохраняется. Ну да, здорово. Единственное, что сохраняется. Ну и кубики здесь вот они. Да, ну это лежат. Излюбленное место теперь для наших, ну, да, бабушек, тетушек, да, с букетами, с первой зеленью. Да, да, да. Оказалось, что еще удобно и сидеть на них. Так, ну, Татьяна, рассказывайте. Ну, здесь, в этом, в этой пристройке, всегда был магазин «Цветы» в советские времена. Ну, очень много лет. И поэтому вот Геннадий придумал композицию под названием «Цветы». А кто-то прозвал «Вальс цветов». Потому что как бы олицетворение образа такие. Мужчина и женщина. Вот они, скульптуры. Пооблезла уже, кстати, белая краска. А первоначально был просто бетон? Просто бетон. И листики из металла. Да. Ну и вот там тоже вазоны для цветов, тоже бетон. Лавки деревянные. И скамьи. То есть это все, в принципе, вот как получается. Да, это комплекс, единая композиция. Да. Ну вот здесь тоже утеряны эти. Так, здесь. Вот здесь листиков было больше. Отломаны. Уже кто-то рисует сверху, как обычно. Должна быть афиша, должна быть тумба. Угу. Жители должны знать о том, что происходит. Угу. И так это преобразовалось. Ну, раньше, тем более, интернета уже не было. Это информативная именно была такая действующая вещь. Ну вот, а внутри был внутри... фонарик, да, подсветка. И вечером сквозь вот эти окошки все светилось. То есть можно прям вот... рассматривать и пропадать, там, как будто ты сам... Я по всему кругу разная вся, то есть не повторяется. И балкончики, и лесенки. А вот дверца, которая открывается, видите, на запоре. Ну, чтобы там лампочки менять. То есть она на самом деле может открыться. Получается, да, вот это открывается, да, шпингалетик. Ну что ж, теперь так хочется. Все предусмотрено. Это же сказка. Да. И домики в стиле Богданки. Это вот когда образовалась Красная Горка, и Барташевич-то предоставил помещение для проектной здесь. И в этом же доме Сережа Беспамятных живет. Тоже двор очень хороший. Тут жители такие благодатные. Посмотрите, как они садят. О, какие молодцы, красоту насадили. Да, тут у них, конечно. Все супер. Свой сад такой. Угу. Вот Red Hill – это своя, как бы, родная надпись, то, что сделал Геннадий еще там, в мастерской. А в каком году? 90 или 89-й. Почему «Дилижанс»? Это же еще «Дилижанс» называется. Red Hill – это как бы они, ну, обозвали, а в принципе называется «Дилижанс». В тот год, когда они делали,
у Новосибирска появилось два города-побратима из Америки. Этот Портленд и Миннеаполис. И как бы это посвящено было этому событию. Ну, в разные же годы по-разному отношения были с Америкой. И поэтому вот в тот год сделали, назвали «Дилижанс». Ну, похоже же на «Дилижанс». Тем более вот это вот изогнутый верх, это когда «Дилижанс». Да-да-да. Нет, «Дилижанс», когда в движении, у него верхняя часть колышется. И поэтому сделали неровно так. Тоже все спрашивают, почему геометрии нет? Ну как, потому что Геннадий делал, поэтому я геометрии нет, потому что все продумано. Он не любил все в лоб, чтобы было. Ему нужно было это, с изюминкой. Ну, я так предполагаю, объект живой, да? По нему да? Дети лазят, все. И он, да. Смотрите, все да, равно, да. Тем не менее, сохраняется. Все живет. Они умудряются, дети, даже наверх залазить. Так, а та металлическая конструкция, это уже не из этого? Тоже, тоже качели, вот табличка, там написано было «Миннеаполис» с одной стороны, с другой «Сент-Пол». Но только она была в черный покрашена, ну, как бы в цвет. Красный там или черный, не веселенький такой. Ну, качели только нету. Я не вижу, написано что-нибудь или нет. Мне кажется, там что-то уже кто-то... А, ну да, это уже... Баллончиком. Да, да. А вот изначально была, да. Сохранилась. Да, ну и цвет был, конечно, родной другой. Чем вдохновлялся Геннадий Арбатский, когда создавал вот образ этой улицы, облик какие-то? Ну, первый толчок у него был, когда он был в Прибалтике в 73-м или 2-м году на акварельной практике. У нас студентам, кто учился на архитектурном, была после второго курса всегда акварельная практика. И возили для изучения как бы, объектов архитектуры по разным, в Прибалтику, там, по Золотому кольцу. Вот наша группа была в Узбекистане. Самарканде, Бухаре, то есть изучали объекты и плюс рисовали акварельные работы. Практика такая была совмещенная, акварельная практика называлась. Вот. А он был в Прибалтике, в Таллине. И в Таллине, в старом центре, очень много объектов, как раз вот на, вместо витрин, в смысле не витрин, а этих табличек с названиями, очень много скульптурных было элементов, там на консолях, там просто скульптуры такие на фасадах, ну, то есть не просто так табличка, а такие интересные очень объекты. И он увидел это, и у него это все отложилось. Ну, во-первых, в натуре увидел. Там в журналах, книгах, естественно, мы-то учились же, интернета не было, мы учились все по учебникам, по книгам, которые, в которых было. Ну, кстати, вот у меня есть там эти все книги, по которым по архитектуре и художники. Вот, и у него это отложилось в памяти, что такая история. И когда про улицу зашел разговор, естественно, у него первое, что раз ему дали в руки карт-бланш полный, там, что хочешь, то и делай. Поэтому он вот стал воплощать свои идеи такие. Они, поскольку он же и архитектор, в первую очередь архитектор, но у нас преподавали предметы в институте все. И живопись, и скульптуру, и акварель, и рисунок, абсолютно все. То есть готовили очень творческих людей. Поэтому он и художником был. И вот напридумывал, собрал команду, и которые все эти вещи, они воплотили в жизнь. А команда на все руки, мастера, в том числе и он, они все делали сами. И придумывали, и воплощали. Да. Ну, придумывал идеи он, а потом макеты уже делали вместе. Сначала же все рисовали, в смысле он рисовал эскизы, потом делали вот макеты. Сначала в небольшом масштабе. Допустим, вот музыканты, я помню, у нас были из картона. Допустим, они метр примерно были, вот стояли. Потом, значит, они сделали их даже в материале, в гипсе. Ну, не в натуральную величину, а в каком-то масштабе. И они у нас долго в мастерской стояли. То есть, допустим, раза в три меньше, чем они там. Но они были из гипса, белые, такие красивые скульптуры. И потом, не помню в каком году, в 2000-м, к нам в гости приходили из Оперного театра художники и замдиректора. И она увидела и говорит, ой, а можете вот там нам дать поносить в интерьеры оперного? Так Геннадий говорит, так что значит поносить? Если они у вас там впишутся, забирайте просто подарок.
и увезли они их туда. В общем, макеты, потом были макеты в натуральную величину из картона, из толстого. И после этого уже в материале. Я помню, что вот из пенопласта делали яйцо, вот ворону я хорошо очень помню, из пенопласта яйцо натуральную величину белое, и из картона, из толстого сама ворона. Ну вот ее тут, то есть это уже она как есть, а так вот из пенопласта сделали и из картона. Все это в мастерской стояло она, и долго не могли это завершение найти. Это вот я вспомнила про очки, очки с цепочкой откуда взялись. Не было этой истории, то есть вот все без очков, они все ходили кругами, что же, какую же деталь добавить. И тут заходит в мастерскую жена вот Аксенова Сергея, вот этого бородатого Лена, заходит такая, а у нее были очки круглые на цепочке, она носила на цепочке, ну в те годы как бы редко так, а у нее такой был вот этот интересный момент. И вот она заходит, и все так посмотрели на нее. Вот она, ворона. Она ничего понять не может, обиделась на них. Какая я вам ворона? Я говорю, да не ты ворона. Вот. И она теперь тоже, когда вспоминает, говорит, а очки на вороне? Это мои очки. Так что вот так рождаются образы. Это процесс творческий, он интересный очень. И вот чего-то не хватало, и вот оно случилось. Вот все. Да, да. Сразу все это такая была история. Да, история интересная. Январь 16-го года это был. Я выхожу на улицу, зимой не каждый день выходя, и тут в очередной раз выхожу, дохожу до угла и смотрю, нету тумбы с этим, с Орликином. Ну, нету, и все. Это даже не передать мое состояние. Говорят, сердце в пятки там ушло или что. Я настолько, вот просто у меня аж сердце заболело. Я думаю, ну что такое? Быстренько побежала туда, к библиотеке, чтобы посмотреть, на месте ли музыкант. Потому что это самое близкое. На месте, музыкант на месте. Возвращаюсь назад, думаю, что такое. Потом перешла через дорогу, там Сбербанк был, магазин, я говорю, никто не видел тут, вот все-таки, если действие какое-то на улице происходит, это же крупная история. И они мне сказали, в 8 утра подъехала газель с краном, выдернула и увезла куда-то. Вот, я давай, значит, звонить там одному, другому, и позвонила архитектору Калининского района, рассказала ему историю, он говорит, сейчас я поузнаю по своим источникам и перезвоню тебе. Перезванивает минут через 40, говорит, все, я, говорит, нашел концы, завтра утром все будет стоять на месте. То есть очень быстро все подсуетились, и единственное, как бы что, при восстановлении пострадало, там в руках у него шляпа. Вот, кстати, фотография со шляпой. Mm-hmm. Шляпа, а сейчас шляпы нет. То есть они на склад привезли, вот так вот бахнули вместе со скульптурой. Видимо, она или отломилась, или там как-то она из металла была, из мягкого. Вот. А оказалось, все до банальности. Вот что значит, когда людям поручают, тем, кто, ну, исполнители, которые не знают ни о чем, им поручили, то есть... как бы фирма рекламная, которая арендовала поверхности рекламные на счетах, на тумбах, она прекратила свое существование или переименовывалась, или меняла дислокацию, не знаю. И рабочим сказали ликвидировать все эти рекламные плоскости. Но они стенды повыдергивали. А тут адрес был указан, видимо, я уж не знаю. Приехали, выдернули тумбу со скульптурой. Это просто вообще... Без всяких сомнений. Да, и же. Когда вот Юферев нашел концы, вот архитектор наш, он в эту фирму дозвонился или там, не знаю, он стал ругаться на директора. Говорит, если завтра утром не будет стоять все на месте, я, говорит, вам такую антирекламу дам, что вы просто, не знаю, прекратите свое существование совсем. Вот, и все, и утром все стояло на месте. Так что вот такая. Слава богу, что все так хорошо закончилось. Да. Ну, а еще, ну, первая эта самая история была. Это начало 2000-х. Еще Геннадий был, да. Украли скульптуры, которые были не из черного металла. Вот ворона, тут черный металл. Потом еще на некоторых. А были из меди. Вот, допустим, музыкант был из меди. Доктор Айболит из меди. Поэт из меди. И «Кот в сапогах» – это все за одну ночь украли и сдали на металлолом.
И потом, когда обнаружилось все это, в тот момент был, по-моему, главой Калининского района Федоров. Он сказал, все будем восстанавливать, и заказал новые скульптуры. Но Геннадий сказал, из меди делать не будем, потому что риск. А сделали из черного металла и полимерное покрытие под медь. Вот в соседней квартире была молодая пара с ребенком, и они искали квартиру, хотели купить, искали квартиру специально на улице, чтобы на этой улице, чтобы ребенку показывать дворы и скульптуры. Ну, ради этого переехали сюда. И вот мы жили-жили, лет 5 или 6 прошло. Геннадий общался, Слава зовут соседа, они курили во дворе там или там, разговаривали по машинам что-то там, парковка, машины. Вот. А потом, когда в 14 году Геннадия не стало, вот, и звонит ко мне сосед, я говорю, ой, привет, привет, Слава, проходи, у нас тут как раз на 9 дней это было, по-моему. Он говорит, слушайте, говорит, что же, говорит, я это такой дурак-то, и вы, говорит, ничего мне не сказали. Мы, говорит, бок о бок с вами жили, а я не знала, что это Геннадий, который все это делал, ради чего мы переехали на эту улицу. Я говорю, а вот это показатель того, что он был очень скромным человеком. Он никогда не выпячивался, никогда ничего про себя не говорил. Это вот я на себя такую миссию взяла после его ухода. Потому что при его жизни он нигде никогда не светился, телевидение ему не было нужно. И в мастерской, если у нас были делегации всевозможные, то это больше всего это были художники. Художники, ну и все творческие люди. Вот такая история. Он говорит, ну как же так, мы, говорит, общались. Я говорю, ну вы же общались. Это слава богу, что вы общались. Да, вот такая была история. Мальчик и девочка. Мы поженились, мне было 20, ему 23. Нет, даже мне 19, еще не исполнилось, а ему 22. Вот эти времена, вот и какие-то музыкальные вот эти все вещи, которые до нас доходили. И люди все были очень такие необычные, неординарные. И с каждым было очень интересно общаться, контактировать, взаимодействовать. А у нас два помещения, одно перекачка производственная, и здесь проектирование было на Богданке. И вот да, мы бегали туда-сюда. И все это как раз. И на работу, когда встаешь, идешь утром на работу. Это такое кайфище. Вот 6 лет у меня были лучшие времена в жизни. Это мастерская Евгения Арбатского.